AdBlue – жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Очень актуально сейчас, так как те же гольфы седьмые зашли. 10-литровая емкость. Вдаваться в подробности не буду, это все можно почитать на Википедии про эту систему. Просто наглядно увидите саму канистру, емкость, каталожный номер ее. И инструкция. Ну, естественно, лейка небольшая.